Роман Николаевич, ну расскажите о трудностях, с которыми сегодня столкнулось ваше предприятие. Ну, это не сегодня, скажем, уже скоро будет год, как нас, как говорится, полыхает из стороны в сторону. А наша земля под нашей базой вот этой производственной, она попала в зону КРТ. Мы, соответственно, как это полагается, по этому поводу обращались в администрацию. Официально просили вывести нас из-под КРТ. Ну, как такового у нас, ну, если мы сейчас здесь, год прошло, нас не вывели. Администрация выставляла уже, теперь говорит, трижды на торги нас, трижды нашу землю. Как говорится, как в старые добрые крепостные времена, землю продавать с холопами. Ну, ничего. Мы нашли возможность, потому что там стресс такие грубейшие нарушения, торги отменить не без помощи партии ЛДПР, хотя в принципе общался не только с представителями партии ЛДПР, и даже, скажем, немного коммунистами помогли, особенно заседание градостроительной комиссии, вот в этом плане. Но сейчас этот вопрос как бы в воздухе, как бы должен решаться, но мы переживаем, что как бы это решение опять нас не устроило. Насколько сегодня значимо ваше предприятие для города, для края, для страны? Ну, опять же, надо рассматривать в разных ипостасях. Мы являемся производителями резинотехнических изделий, такой как бы момент, да. И для страны мы всегда были интересны как предприятие, которое закрывает большие потребности для горнорудной промышленности, для золотодобывающей промышленности, ну, там вот на образцах представлено, да. Но мы всегда сотрудничали еще и с предприятием военно-промышленного комплекса. Ну, сотрудничество было активное, но может быть такое, скажем, не объемное. Начиная с февраля прошлого года у нас просто возросли по этому поводу объемы сотрудничества. По некоторым позициям не просто в разы, а в десятки раз, да? И мы рассчитывали в том числе эту производственную, то есть эту площадку в том числе использовать. А у нас, мягко говоря, вот теперь мы даже в силу того, что вопрос еще не решенный, мы не знаем, как это все использовать. То есть вкладываться сюда деньгами, когда, извините за выражение, силами, средств, даже просто коллектив дополнительно, потому что подготовка специалистов, это занимает длительное время, от полугода до года, готовишь, да, и получается, а для чего ты будешь готовить, если, мягко говоря, у тебя деньги будет не работать. Еще, такие события обычно просто так не происходят, когда начинают забирать деньги, наверняка есть какие-то заинтересанты. Строители. Это строители. То есть территория города Красноярска, как я понимаю, как бы поделена между там зонами влияния строителей, они это поделили. Ну и, соответственно, все строительство сейчас уходит от КРТ. Как мне сказали разработчики КРТ, мы классные такой беседе. Если надо, мы даже говорит, Красмаш накроем КРТ, но правда нам потом достанется по шапке, ну, закон позволяет. Ну а тем более уж мы что-то по сравнению с Красмашем, да, там, да. Да. Сегодня на территории Красноярска прибывает депутат Госдумы Леонид Слуцкий, влиятельнейший политик нашей страны. И первая точка визита – это ваше предприятие. Да, какие очень надежды возлагаете? Ну, мы очень этому как бы надежды большие возлагаем, потому что решения-то у нас есть два, точнее, скажем, положительных для нас решения, точнее, два пути решения. Вот в том числе вот через как бы, влиятельнейшую и старейшую партию МДПР, членом которого я стал недавно, с апреля месяца, да, вот, потому что у себя здесь я имею поддержку ЛДПР и на городском уровне, и на краевом уровне, а вот, скажем, так как у нас в основном-то в органах представлены представители другой партии, то там понимания не так много, не так много. Встречаются люди, конечно, и в Единой России, но не был. К сожалению, мы не можем пробить эту ситуацию. И когда говорим о том, что, ребят, ну ладно, вот у нас уничтожите, ну там 70-80 человек примут только работников, возможно, останутся без работы. Может, мы как-то сможем трансформироваться. То есть, потом мы предпринимателями будем что-то предпринимать, не будем стоять на месте.
Но, извините, я сейчас уже вынужден своим клиентам, предприятиям военно-промышленного комплекса, по некоторым позициям, исходя из того, что не знаю свои перспективы, отказывать. Ну, я не так отказываю, что вы просто все забудьте о нас. Я говорю, давайте так, вернемся к этому вопросу в первом квартале следующего года. Он говорит, как это? Ну, я говорю, ну вот так. Рассказываю, запишу прямо официально, что да, вот у меня вот такая ситуация, есть такие документы. Федеральный закон КРТ, он закон принятый по уму, но он предполагает дополнение, которое должно осуществиться на местах. Этого дополнения на местах у нас сделано таким образом, что ну, вот мы в данном случае можем исчезнуть. Вот так у нас дополнение. На сегодня у вас настрой отстаивает не только интересы своего предприятия, но и интересы жителей, я так понимаю. Конечно. Потому что партия вот такая. Да, выяснилась вообще интересная история. Нас как бы отсюда сводили под благими намерениями. Я когда первично обратился с тем вопросом, а стоит, может нас стоит все-таки не трогать, то нам заявили, что вот так, вы можете думать об этом, здесь должна быть социалка, лице школы и садика, а вы тут здесь нам мешаетесь. Но потом вдруг из постановления, из проекта постановления эта информация не перекочевала, и вообще забыли о том, что здесь должна быть социалка. То есть получается, всех так, скажем, жителей, заинтересованных в этом, возбудили, а потерять школу-садик на 5 миллиардов приблизительно стоимость этих двух объектов, ну, позволили. По сути, действующие у вас вводят опять людей в заблуждение. Ну, так, делали такой город, да. Потому что я так и не могу понять, откровенно, чем мы помешали. То есть мы пытаемся общаться с властью, мы как бы выходим, кто-то из власти к нам выходит на контакт, но это вот единицы, скажем, да. А в основном нас просто игнорируют, то есть не замечают. Да, ну, в последнее время как бы пошла движуха, как бы начинается как бы изменение, но оно все равно не ясно, к чему это выведет для нас. При поддержке партии ОДПР все равно проще голову. Конечно. Я вам так скажу. Я обращаюсь в одни инстанции и получаю ответ на свои вопросы. Окей, скажем, все нормально, нарушений нет. Если обращается Сан Саныч Песков или Красный, да, они получают уже ответ на наши же вопросы, ими поставленные. Что да, есть нарушения, мы посмотрим, а как, почему два обращения. То есть вес наш для этих органов, ну они видят, что никакой смысл нам типа напрягаться, вам что-то. А когда эти органы контролирующие, надзорные, обращаются уже, скажем, представители ЛДПР, да еще облеченные властью, то уже те замечания, которые мы сказали, находят, далее, то есть, и, соответственно, уже как-то все в химии, как-то все работает, начинает. Удачи вам, вот с вами интересно. Спасибо.